Robert McBeath. Our three judges scoring this contest at Octagon Side are Derek Cleary, Sal Amato, and Junichiro Kamijo. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. This bout is sponsored by Harley Davidson. Get your first case of Harley Davidson adrenaline at h-d.com. And P3, the official protein snack of the UFC. Metro PCS is now Metro by T-Mobile. Discover the smarter way to get unlimited and see what's new on October 8th. And now, for those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you truly all been waiting for. Live from the sold-out T-Mobile Arena in Las Vegas, it's time! 5 rounds for the undisputed UFC Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 21 wins, 3 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 154.5 pounds. Fighting! And now introducing the champion, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding an undefeated professional record, 26 wins, no losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds, fighting out of Dagestan, Russia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion of the world, Habib the Eagle Nurmagomedov. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're going to keep this clean. Touch gloves now if you wish to. All right, let's do this. Ну что, начинается. Пятеро охранников покидают октагон. Покидают все остальные, кроме двух бойцов и Херба Дина. Бой за титул чемпиона UFC в легком весе. Хабиб Нурмагомедов против Конора Макгрегора. И они уже рвутся в бой. Просто сумасшедшая атмосфера стоит в Лас-Вегасе. И так начинается. Конор пытается прессинговать. Хабиб отступает. Первый левый, мимо цели. Активно двигается Нурмагомедов на старте. Поджимает Конор. Бьет ногой слева. Видлкик и проход под одну ногу. Пытается забрать Хабиб. Соперника есть. Захват. Все, Конор сопротивляется. Хабиб. Прихватил сейчас Конор Хабиба. Не позволяет развить успех. Бьет правой, но захват есть. Есть предпосылка для тейкдауна. Да, еще мало кому удавалось выходить из этой ситуации. Нет, корпус не докрутил немного. Хабиб Нурмагомедов. Положение меняется сверху. Располагается Конор Макгрегор. Пытается освободиться, пока неудачно. Кружат спортсмены. И все-таки удается Хабибу посадить Конора на пятую точку. Это очень хороший звонок. Локтем пытается отрабатывать Конор, но мы видели уже, что соперники Хабиба, которые оказываются в этой ситуации, попадают в очень тяжелую позицию. Итак, первый тейкдаун есть. Абдулманап Нурмагомедов в интервью отмечал, что в каждом из раундов по одному тейкдауну, он имел в виду первый, второй, в первую очередь, обязан пропустить Конор Макгрегор, и тогда все будет в порядке в дальнейшем. Хабиб работает над улучшением позиции. Зал гудит, здесь больше сторонников Конора Макгрегора. Но Хабибу это абсолютно не мешает. Обе ноги заблокированы. Пока не удается улучшить позицию.
немного подрабатывает, берет замок и начинает растягивать, как Барбозо. Хабиб Нурмагомедов. Немного не хватает пространства для того, чтобы начать наносить удары. Одна нога освободилась у Конора. Хердин говорит Конору, что нельзя хватать за шорт. Конор Макгрегор безуспешно накатывает корпусом и не так много ударов, пока удается наносить Хабибу Нурмагомедову. Вновь левой ногой отжимает две ноги Конора. Да, по-прежнему ноги ирландца заблокированы. Но пока без ударов абсолютно. Сосредоточен на контроле. Хабиб Нурмагомедов вот сейчас правый зашел. Но сколько же нерва в этом противостоянии, по-другому и быть не могло. Снова справа. Приступает постепенно к нанесению ударов Хабиб. Попал в челюсть справа. Короткие, без амплитуды, но они вытягивают энергию из Конора. Потихоньку, необходимо немного выдернуть, капля, да, чтобы, за каплей. Чтобы спину расположить все-таки полноценно на настиле. Пытается это сделать сейчас Хабиб Нурмагомедов, контролирует ноги. Дальше берет за таз и положение пока сохраняется 2 минуты. Свистит публика. Далеко не все здесь в Лас-Вегасе переживают за Хабиба. Удалось Конору освободить одну ногу. Сейчас Хабиб приступает уже к форсированной стадии своей атаки. По-прежнему контролирует соперника. Опять отжимает две ноги. Конору жизненно необходимо сохранять положение. Вот такое положение спины. Но Хабиб все-таки докручивает. Работает все выше и выше. Минута 20 до конца первого раунда. Пока что преимущество явное Хабиба Нурмагомедова. Совсем немного времени соперники провели в стойке. Но также критического ущерба. Диагональ есть в исполнении Хабиба. Хабибу не удалось нанести Конору в этом, за эти 4 минуты, которые остались позади. Продолжает сопротивляться ирландец. Пока Хабиб оправдывает статус фаворита. Попадает в голову слева. Еще один удар вновь слева. Самая важная задача — как можно больше сил вытянуть из ирландского бойца. Ну а зал поет. Запели ирландцы. Мы знаем, что в Америке просто огромная ирландская община. И тысячи людей сейчас на трибунах и вообще в Соединенных Штатах поддерживают Конора Макгрегора. Ну а за Хабибом вся Россия. За Хабибом Республика Дагестан. И пока работает план на бой у Хабиба. Отличный контроль, как всегда, в исполнении российского спортсмена. Тотальное доминирование. Еще ни одного раунда действительно в UFC Хабиб не проиграл. Не то что боя, раунда. Заканчивается первый раунд. Ждем второго. Все готово к началу второго раунда. Поединки между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Первый получился за Хабибом. Ему удалось навязать борьбу. Сейчас как раз в перерыве Хавьер Мендес, главный тренер Залака, говорит о том, что нужно проводить тейкдаун и затем выше работать руками. Да, подбородок вниз, руки вверх. Хавьер Мендес, да, так именно на осторожность напирал. Фронт-кик. По-прежнему в центре клетки оказывается Конор Макгрегор. Ну а Конору, кстати, говорили в перерыве, что все нормально, в принципе, ты должен удерживать его на дистанции. Уронил Хабиб, пошел колено в прыжке. Прекрасное вот попадание. Это, да. Еще раз. Не надо рубиться, наверное. Хотя получается пока у Хабиба. Опять идет вперед, размер Хабиб. Перекрывается Хабиб и тут же идет в борьбу. Да, сейчас можно привести тейкдаун и вернуться к плану. И есть тейкдаун. Падает Дэйв Конор. Оказывается, он на спине. Сразу же пытается его Хабиб развернуть. Просто сумасшедшее выступление показывает Хабиб Нурмагомедов. Как зацепил справа. Улучшает позицию. Входит фулл маунт. Кажется, да, что Конор уже готов отдавать спину. Да, отличная позиция у Хабиба. Фулл маунт есть. И шансов у Конора остается совсем мало. По такому раскладу подключать локти. Конор пытается вырваться, не получается.
но улучшает позицию Конор Макгрегор. Очень хотел вложиться в этот удар справа локтем Хабиб Нурмагомедов и совсем чуть-чуть потерял позицию, но затем все вернул в то русло, которое необходимо. Продолжает Хабиб работать из гарда. И еще одно попадание. Доминирует Хабиб. По корпусу в голову. Справа. И вновь в локоть влетает буквально с треском в голову Конора. Плотнейшие попадания в исполнении Нурмагомедова. Теперь уже и слева по системе корпус голова продолжает работать Хабиб. Закрывает. Темп Хабиб Нурмагомедов. И говорит, как и говорил Хабиб Нурмагомедов, я буду разговаривать с ним в поединке. Сейчас не слышно, о чем конкретно говорит Хабиб, но он делает то, о чем говорил. Левый локоть по корпусу, в голову. Раз за разом попадает Нурмагомедов. У Конора, судя по всему, сил осталось совсем немного. Половина второго раунда позади. И пока что все в точности по сценарию, написанному Абдулманапом Нурмагомедовым. Закрывается полностью Конор Макгрегор. Еще один удар. Оборона становится все более и более пассивной. Херб Ди внимательно наблюдает за происходящим. Пока что безучастно. Серия ударов продолжает просто избивать Хабиб Конора, который лежит на настиле. Пассивная оборона еще. Серия ударов. Херб Ди подсказывает, что надо обороняться активнее. Просто перемолачивает сейчас Хабиб Конора. Вбивает удар за ударом. Сейчас взял буквально паузу на несколько секунд и продолжает работу. Вновь в борьбе. Боковой контроль у Хабиба Нурмагомедова. Действительно, тотальное избиение ирландского спортсмена. Взял небольшую паузу Хабиб. 59 болевой, на 3. Пошел болевой прием, да. Сейчас говорит, сейчас сделаю. Right now, сказал Хабиб. Говорит, сейчас я сделаю тебе болевой. Такая же судьба постигла Майкла Джонсона. Смотрим. Начинает проводить болевой. Выдергивает руку. Хабиб Нурмагомедов нет, срывается захват. Освобождает руку. И вновь колено на животе. Есть варианты у Хабиба для того, чтобы выйти сейчас в маунт опять. Минута остается до конца второго раунда. Интрига пока что такая. Дотерпит ли Конор до конца второго? Или перейдет все-таки в третий? Хозяйничает Хабиб, как он шею отдал. Конор Макгрегор. Но все-таки отдадим должное Конору. Он до конца сражается. Он на руку вырвал, и сейчас из последних сил пытается встать. Кому удавалось вставать в боях с Хабибом Нурмагомедовым? Но Хабиб по-прежнему прессингует. Чуть больше 30 секунд до окончания второго раунда. Конор начинает бить локтями. Нужен еще перевод. На грани поражения несколько раз в этом раунде был Конор Макгрегор, но он до сих пор стоит. Не дает ни сантиметра пространства сопернику Хабиб Нурмагомедов. Да, у Конора уже почти нет сил. И продолжают разговаривать спортсмены. Гудит зал, и похоже, что все-таки третья пятиминутка будет в этом противостоянии. За третий раунд Хабиб против Конора. Ни в коем случае сейчас не терять концентрации Хабибу. Два раунда выиграны. Чистую. В конце второго отрезка Конор выглядел абсолютно обессиленным. Сейчас прессингует. Апперкот. Да, второй раунд вполне возможно 10-8 выиграл. Или даже 10-7. Хабиб Нурмагомедов. Начинается атаки Конор. Ему слева выбрасывает свой фирменный удар. Неужели восстановился ирландец? Контратакует Хабиб. Осторожно ведет себя Хабиб. Меняет стойку постоянно, финтит Конор Макгрегор. Ищет момент для того, чтобы выкинуть свой удар слева. По корпусу пытается замедлить Нурмагомедова Конор. Левый прямой, точно. По корпусу еще добавляет. Набирает очки сейчас Макгрегор. Хабиб меняет направление движения. Конор. Левый точно в цель. Джеб. Чуть-чуть достал Конора.
Да, Конору сейчас надо решать две задачи. И ущерб наносить, и избегать тейкдауна. Именно об этом говорил Джон Кевана. Постоянно угрожает джебом. Плюс не забываем про левую ногу Конора. И, конечно, не идет вперед пока. Не идет борьба пока Нурмагомедов. Вот попытка. Молниеносный тейкдаун тут же. Пытается защититься Конор Макгрегор. Дистанция пока не разрывается на коротке. Работает локтями Конор. О, правый жестко сейчас Хабиб бил. Точно в голову Макгрегора. Теперь уже Конор начинает пятиться. Хабиб да, идет вперед. Серьезное попадание. Не так много еще пространства. Раз правый. И проход в ноги. По две ноги. Тейкдауна пока не видим. По-прежнему клинч. Прижимает к сетке Конора Макгрегора Хабиб. Не удается спуститься ниже коленом. Левым ударил Конор по корпусу Хабиба. Еще один удар. Дистанция так. Разрывается. Хабиб вынужден отойти на дистанцию. Конор ищет апперкот. Попал. Выбрасывает серийный удар. Конор Макгрегор ногой. Хайкик подскальзывается. Попадает уже джебом Хабиб Нурмагомедов. Застыли спортсмены. О, какой правый! Вновь Хабиб точно в цель. Конор как будто не чувствует этих ударов. Настоящая война начинается в клетке. Ушел, головой работает Хабиб Нурмагомедов. По корпусу. Бьет Конор Макгрегор. Две минуты с небольшим до конца третьего раунда. Продолжается перестрелка в стойке с переменным успехом. Попал Конор слева. Фронт-кикер отбрасывает Хабиба. Джеб левый. По защите. Нурмагомедов держит в голове все время левую руку Конора Макгрегора. Ну что ж, третий раунд проходит стойки. Вновь левый по корпусу. Точно Конор. Двойка. Промахивается Хабиб. Пытается войти в клинч. Не получается пройти в ноги. И в очередной раз теперь уже совершенно беззастенчиво. Конор прихватывает. Не то, что прихватывает, а хватает Хабиба за шорты. По корпусу. Еще одно попадание по корпусу уже от Хабиба. Коленом навстречу. Идет вперед Хабиб. Необходимо проводить тейкдаун. Под одну ногу. Есть, да. Подсек сейчас. Самбо помогло Хабибу Нурмагомедову. Но тут же поднимается на ноги Конор Макгрегор. Пока этот раунд разительно отличается от первых 10 минут боя. Продолжает атаковать Хабиб, но перевод осуществить не может. Последняя минута третьего раунда. Функционально, кажется, немного Хабиб просел. Сейчас пауза. Можно прийти в себя. Пару раз за этот раунд Конор действительно здорово зацепил. Пока что Макгрегор стоит. Хабиб ограничивается давлением. Перевода мы не видим. Остается меньше 30 секунд уже до конца третьего раунда. Заводит правую ногу аккуратно Хабиб Нурмагомедов. Но не решается вкладываться в перевод. Тейкдаун очень нужен в концовке этого раунда. К работе призывает Херб Дин. На выходе. Выходе еще один удар коленом. И локтем отвечает Конор. Так, заканчивается секунды. Третий раунд. Ну что же, ждем четвертого. У него еще много сил. Итак, смотрим. Чемпионские раунды. Все лишние люди покинули клетку. И бой продолжается. Переходит к прессингу Конор. Проваливается Хабиб, но не успевает ответить ирландский спортсмен. Продолжает давить Конор Макгрегор. Двойка. Кроссом зацепил сейчас Хабиба, но не критично. Как-то уж больно легко работает Конор с левой руки. По-прежнему в стойке продолжается поединок. На старте раунда Хабиб не пошел в борьбу. Еще один фронт-кик по корпусу. Очень много ударов уже принял Нурмагомедов. И вновь фронт-кик. Пытаются поймать друг друга на прометчивой атаке соперники. Конор никуда не торопится. Да и Хабиб, впрочем, тоже мимо цели просвистел сейчас. Задев буквально блок. А правый оверхенд. Поменял стойку и тут же боковой выбросил Конор. Неудачный левый такой удар снизу. Фирменный тоже от Конора.
И проход. Да, по две ноги. Есть хороший захват. Под одну теперь. Есть зацеп. Оказывается, на настиле Конор. Что и делает Конор. О, Хабиб, простите. Ноги заправить не получается. Застыли спортсмены. Пытается буквально свалить вперед просто Хабиб. Да, как угодно, но главное сбросить на настил. Практически за спиной соперника оказывается сейчас Конор и сваливает его на себя. Но одна нога заправлена, вторая. Тоже. Оказывается за спиной, сразу же в маунт переходит. Хамедов. Вновь проблемы у Конора Макгрегора. Две минуты позади только в четвертом раунде. 4 из 7 мы видим тейкдауна прошли у Хабиба. Пытается чуть-чуть улучшить позицию Хабиб. Для того, чтобы полноценно начать уже выбрасывать удары. Не так много действий, и что-то нужно предпринимать, иначе Хердин может вмешаться и поднять бойцов. Да, очень хорошая позиция сейчас у Нурмагомедова. Вращается буквально, пытаясь уйти из этого положения Конор. Но и ноги практически остаются... выскочил. Ноги остаются заблокированными. Да, пытается вывести таз Конор. Перекрывается и включает свою левую Хабиб Нурмагомедов. Да, серия ударов закрывает рукой лицо Конор. И вновь Хабиб оказывается в маунте. Какой же раз в этом бою? 2 минуты до конца четвертого раунда. Удушающий можно проводить, есть замок. Да, пошел удушающий. Нет, через подбородок. Здесь скручивание шеи. Пытается не сдается. Все! Уничтожен! Уничтожен Конор Макгрегор! Уничтожен Хабибом Нурмагомедовым, который остается